Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Всем добрый день. Мы сегодня приехали в парк природы «Голубой глаз». Сейчас снимаю для вас реку Быстрицу. Вот наша группа переходит мостик через нее с другой стороны. Это все парк природы «Голубой глаз». Если мы идем с экскурсией, здесь у нас на самом деле не так много пространства для прогулки. Вообще, пешие прогулки, парк занимает 180 гектаров. Только 60 гектаров открыты для пешей прогулки. Все остальное – это непроходимые леса, в которые просто не рекомендуется ходить людям. Они создают нам экологию, создают нам природу и тот воздух, который мы сейчас дышим. Кстати, воздух здесь просто чудесный. Чудесный, свежий такой. Божественное ощущение. Сейчас мы подойдем уже к фонтанчикам. Здесь, кстати, есть инфраструктура для туристов. Смотрите, какие здесь есть домички. И написано, что это приватная территория. Но я думаю, здесь отдых стоит дико дорого. Вот, смотрите, какие фонтанчики. Сейчас я вам еще покажу. Здесь есть кафе. Здесь есть общественные туалеты. Поэтому все с инфраструктурой здесь в порядке. Здесь можно сесть в кафешке, попить кофе и полюбоваться вот таким шикарным видом. Вот это сам «Голубой глаз». Это сам источник. Вода здесь 10-13 градусов. И глубина у него очень-очень глубокая. Здесь 40-45 метров. Это то, до чего добрались дайвера. Но говорят, что гораздо-гораздо глубже. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!